А вот какую замечательную штуку сделал студент. Сделал презентацию на аниматроне и выложил ее. На свой сайт портфолио. Известна задача: два корабля плывут под разными углами с разными скоростями в неподвижной воде. Найти минимальное расстояние. Средствами аниматрон удается остановить один из катеров, и становится понятно, как надо решить эту задачу. Надо просто найти относительную скорость второго катера относительно нашего, которого мы остановили.